Новые программы роста для привлекательности Самарской области. В Самаре открылась региональная стажировка «Мастер государственного управления для руководителей». Принимать участие в ней будут победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поприветствовал участников программы и отметил, что рассчитывает увидеть по итогам конкретные предложения по развитию региона, демонстрирующие комплексный подход. Молодых специалистов поддерживаем ежемесячными выплатами по самым востребованным профессиям территории региона. Хочу сказать, что мы активно работаем и с работодателями по подготовке, переподготовке кадров, ну и, конечно же, по ранней профориентации. Наш опыт работы в этой сфере привлек внимание и федерального правительства, но, конечно, мы понимаем, что этого недостаточно. И очень надеемся на вас, что вы нам подскажете и иные инструменты, механизмы. На данный момент участники стажировки уже сформировали несколько предложений. Теперь остается проработать алгоритмы и механизмы реализации проектов. 19 марта идеи будут представлены правительству Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров напомнил, что одна из групп, ранее проходивших стажировку в Самарской области, отрабатывала программу модернизации в сфере здравоохранения. К пилотному проекту, который сегодня уже утвержден как государственная программа, присоединились все регионы Российской Федерации. Для нас это был определенный вызов. Что такого нового мы можем еще предложить? Такие идеи нами были успешно найдены. Сейчас нам предстоит более детально их проработать. Бизнесу нужны определенные кадры, но эти кадры не готовятся в должном количестве, по должным специальностям на территории, потому что у вузов нет такого запроса. Ну и, соответственно, вот эта вот система, как нужно, сейчас не работает. Вот в том числе наша задача сделать именно такую площадку, информационный ресурс, наладить это взаимодействие.